Здравствуйте! Вы смотрите дайджест новостей, произошедших в Оренбурге и области за прошедшую неделю. На реализацию национальных проектов Оренбургской области выделили 25 триллионов рублей. По мнению УФАС, в погоне за осваиванием федеральных денег в регионе может пострадать конкуренция. Соперничество между участниками рынка за лучшие условия производства стимулирует производителей делать товар качественнее, а цены ниже. Конкуренция, она не является самоцелью. Самоцелью является в первую очередь повышение уровня благосостояния наших граждан, повышение конкурентоспособности наших предпринимателей и развитие нашей экономики. Для того, чтобы при существенных бюджетных расходах не допустить монополизацию рынка, ФАС России потребовал участия во всех национальных проектах и получил от президента положительный ответ. Мы должны выстроить механизм взаимоотношений и создать диалог между органами власти и предпринимателями для того, чтобы эти национальные проекты были реализованы совершенно прозрачно. В задачах органа мониторинг административного барьера, который может помешать деятельности предпринимателей, определить единство заказчика, обеспечить равные условия на конкурентном рынке для предпринимателей. Любое государственное вмешательство, значит, эти равные условия качает ту или иную сторону, и, к сожалению, конкуренция очень серьезно страдает. 2018 год мы подвели итоги, значит, количество антимонопольных нарушений на территории Оренбургской области снизилось на 31%. Это показатель, который говорит о том, что мы движемся в правильном направлении. Для контроля за исполнением этих мероприятий ведомство сформировало новый состав общественного совета. В его состав вошли 12 представителей некоммерческих организаций. Валерия Шарова, Олег Берендеев, городской телеканал ЮТВ. В Оренбурге прошел 14-й бизнес-форум «Город бизнесу, бизнес городу», в котором приняли участие более 3000 горожан. О своих продуктах и услугах им рассказали около сотни предпринимателей. В нашем регионе почти 39 тысяч индивидуальных предпринимателей. Ежегодный бизнес-форум для многих ожидаемое и интересное событие. Это огромная площадка для налаживания контактов предпринимательской среды и власти. В этом году в программе форума мастер-классы, заседания и ярмарка местных предпринимателей. Оренбург является точкой для приложения сил предпринимателей в самых разных отраслях, как вы видите по нашей выставке. У нас участников выставки порядка 70. У нас внизу, на нижней набережной, на основной сформирована деловая программа в шатрах. Это новый формат. Ну, мы на него пошли для того, чтобы привнести какую-то новизну в наше общение с бизнесом. Посмотрим, что из этого выйдет, пока люди, кажется, довольны. На площади бизнес-форума прошло 10 панельных дискуссий на различные темы. Предпринимательскими комитетами обсуждались возможности регионального бизнеса, создание сети розничной торговли местных товаропроизводителей и другие важные темы сферы рынка. Впервые в рамках форума прошла деловая встреча по поводу широкого введения передовых цифровых технологий в инфраструктуру города. Свои возможности по улучшению жизни оренбуржцев презентовали несколько компаний, в их числе Уфанет с проектом «Умный дом». Это умный домофон, видеонаблюдение, «Мой дом, моя крепость». Это датчики внутриквартирные для обеспечения безопасности. То есть основная наша цель – это создать комфортное и безопасное проживание для нашего горожан. В рамках проекта «Бизнес-баня» 6 предпринимателей выступили перед своими соратниками и рассказали о своих проблемах. Тут же они могли получить совет от успешных руководителей крупных компаний. Участник немножко рассказывает нам о своем бизнесе, об объеме, о форме и так далее. И ставит перед экспертами запрос. Для кого-то это увеличить целевую аудиторию, для кого-то это увеличить прибыль, для кого-то вырасти и занять объем рынка. Разные совершенно запросы, с которыми работают эксперты. На развитие местного предпринимательства в рамках национального проекта по поддержке малого и среднего бизнеса было выделено 1 миллиард 7 миллионов рублей. Однако многие местные бизнесмены по-прежнему считают недостаточной поддержку власти. Для молодого поколения там очень много возможностей. Это в том же там андроиде, айфоне. Молодежь нужно притягивать, создать благоприятную среду для них, чтобы они развивались, чтобы они... Вопросов очень много, и всех, к сожалению, сразу не озвучишь. Начиная с того, что куда человеку обратиться, где получить поддержку, какие формы услуг, например, от государственных организаций он может получить для развития своего бизнеса. Как сообщили организаторы, по итогам форума замечания предпринимателей будут учитываться в дальнейшей работе. Как именно, пока не сообщается. Отмечу, что до 2024 года взаимодействие бизнеса и власти будет направлено на реализацию национальных проектов. Валерия Шарова, Олег Николаев, городской телеканал ЮТВ. В оренбургских школах подводят итоги года. Последний звонок прозвучал более чем для 7 тысяч 11-классников и 20 тысяч 9-классников.
Вместо рюкзаков и тетради цветы в руках и красная лента через плечо. Так уже вчерашние школьники идут на свой последний звонок. В этом году из гимназии номер 4 выпускается более 100 человек. 36 из них – это ученики 11 классов. Праздник очень, на самом деле, веселый. Школа закончилась, один этап жизни позади. И впереди много нового и интересного. Я не чувствую себя взрослой совсем. Хочется, прийти 1 сентября в школу, так же и все. Наверное, только несколько дней начали назад понимать, что да, ребенок выпускается из школы и действительно уже поедет куда-то далеко. Позади долгие 11 лет учебы, а впереди еще сдача экзаменов, выпускной и поступление в ВУЗ. Сегодня традиционные цветы учителям и фото на память, а уже в понедельник первое ЕГЭ по географии и литературе. Нас готовят к ЕГЭ уже 2 года, я думаю, мы легко справимся с этим испытанием. Все, я должна все на 100 баллов сдать. По-другому никак. Не хочу отучиться и хочу стать мамой. Я хочу, чтобы у меня были дети, я была самой хорошей мамой. Много у ребят планов на московские вузы Санкт-Петербурга. Есть ребята, которые планируют обучаться за пределами нашей страны. И ежегодно у нас есть такие выпускники, которые поступают в высшие учебные заведения Соединенных Штатов, Англии, Чехии. В этом году единый государственный экзамен пройдет с 27 мая по 13 июня. Самым популярным среди выбираемых предметов в Оренбургской области по-прежнему остается обществознание. Анна Росса, Олег Николаев, городской телеканал ЮТВ. Уже в эту субботу на главной площади города состоится весенний бал 2019. На днях прошла генеральная репетиция танцев. Организаторы рассказали о новшествах в праздничной программе. В апреле начались первые репетиции танцев весеннего бала 2019. Для выпускников эти 2 месяца прошли особенно быстро. И так вышло, что генеральная репетиция танцев для многих выпускников совпала с последним днем учебы. Многие 11-классники пришли с особым настроением. Мне кажется, настроение у всех очень крутое, потому что погода вообще замечательно, не жарко и не холодно. Пришло очень много ребят. Сегодня к нам присоединились кадеты первый раз на репетицию. Вот, и у нас очень круто прошла перекличка. Ребята там взбодрились, потанцевали. Затем мы танцевали все вместе ручеек. Мне кажется, они зарядились. И сегодня пришло максимальное количество, потому что это последняя генеральная репетиция. И уже в таком, даже, может быть, большем количестве они будут уже только 25 числа. Это очень хороший повод, чтобы отвлечься от экзаменов, от этого вот всего. Очень классно всем. Собрались, повеселились, этот ручеек. Настроение подняли. Вот. Как готовитесь к весеннему малу? Будете как-то по-особенному выглядеть? Конечно, празднично. Как нельзя. Самым красивым будем. Последний день учебы мы решили отметить его вот так. В школу мы вообще приходили еще с игрушками, так что сейчас мы еще не в форме. Это настроение осталось и на репетиции весеннего бала? Да, конечно. Время быстро пролетело, но мы уже ждем этого весеннего бала. Незаметно, то есть как будто вчера еще было 1 сентября, уже все. 22 мая. Хотелось бы, чтобы каждый ценил миг, который он имеет. Пока выпускники готовятся к танцам и заряжаются особым настроением перед праздником, организаторы весеннего бала 2019 совершают последние приготовления. В этом году 2 разные площадки соединили в одну. Так появилось танцевальное караоке. Почувствовать себя звездой и спеть на главной площади города сможет каждый выпускник. Песни и танцы – это такая вещь, которая у нас в крови есть. Это на таком нервном уровне, что всем понравится однозначно. Ты выступаешь, ты поешь, ты крутой. И еще на тебя смотрят твои друзья, твои одноклассники, ребята с других школ и аплодируют тебя. Я думаю, это круто. Есть разные площадки, можно как-то себя везде попробовать. Вот, и думаю, каждый найдет себе дело. Важна отдача зрителей, и я хочу, чтобы народ как-то, подарить народу какую-то эмоцию, чтобы они веселились, там взбодрились, подпевали. Любим петь. Давно поем, да. Не можем не спеть в этот день. Опыт интересный, попеть на таком мероприятии. Веселье. Раз в жизни бывает, поэтому веселье и какое-то счастье на один денек. Весенний бал состоится в эту субботу, 25 мая, на площади имени Ленина. Начало в 12 часов дня. Организаторы рекомендуют участникам выглядеть опрятно и празднично. Нежелательно танцевать в очках, кроссовках и с жевательной резинкой. Анастасия Клёсова, Валерия Шарова, Максим Марар, Федор Бродацкий, городской телеканал ЮТВ.